Доброе утро. Вот такой вот у меня завтрак. Я обычно готовлю завтрак, не думаю. Вот что под руки попалось, все попалось. Мне попалась помидорка, я порезала ее на 4 части, обжарила с двух сторон, посолила, бросила сверху кусочек, один маленький кусочек сыра разрезала на части, бросила, вот уже сыр кипит. Хлебушек обмакнула в яйцо, взбитое вместе с молочком. И вот теперь все это просто залью. Вкуснотища получится необыкновенно. Это я делаю завтрак на двоих, потому что мой муж ест омлеты и мой муж ест хлеб. Я знаю, что хлебушек кушать не надо, но мне так захотелось сейчас хлеба, что просто аж да не могу. И в качестве гарнира еще брошу вот зелененький горошек. Я его могу банками есть, иногда, правда. Иногда ничего, иногда вдруг так хочется этого зеленого горошка, именно баночного. Прям... У меня подруга в Ялте, она выпивала вот этот не сок, вот в чем маринад этот выпивала. Она не столько ела этот горошек, сколько любила вот эту водичку. Ну вот и все, сейчас я накрою все это крышечкой, и получится очень вкусненько. Показать или не показать? Итак, сейчас еще, кстати, сейчас накрою крышкой. А где крышка? Если бы я еще знала, где крышка моя. Вот она, крышка. Сейчас я накрыла крышкой. И сейчас хочу показать еще раз свою кухню. И как давно я хочу что-то с ней сделать. И вот я надумала все-таки. Я думала, что только не думала, покрасить ее. Вот это у меня клейкая лента, как бы клейкие обои. Я купила, повырезала все и наклеила таких девушек. Я также наклеила вот такую красотку. Мне придется с ней расстаться. Потому что здесь будет, может быть она еще сольется у меня. Вот такими же клейкими лентами я клейка, это не клейка лента, это клейки, это обои наклею, как бы, самоклеющиеся обои. Ну что так тяну? Вот так вот видно. Вот эта штучка постоянно отклеивается. У меня все никак руки не доходят, чтобы вот взять клей и подклеить. Тут просто требуется клей, кусочек клея. Дальше. Тихо. Дальше, сейчас я покажу, что я хочу сделать. Девушек таких я красивых когда-то рисовала. Ладно. Далее, у меня из таких же клейких обоев я тоже, у меня кусочек оставался, я вот повырезала, и у меня получилось такое дерево. Я много раз это показывала, остановлюсь просто еще разочек. Себя не показываю, потому что я в майке. Без штанов, я дома хожу. Потому что жарко, кондиционер включаю, ну, по определенной причине, с тем, чтобы выработать, как бы, ну, не жарко, зачем его включать. Вот она моя Ялта, моя красивая. Вот она моя Ялта, вот тут мои друзья, вот они, вот Галина и Леша. Мои самые любимые друзья, пара семейная. Ладно, вот такая красивая Ялта, вот такие закаты у нас в Ялте, обалденные красоты. Это Лешина фотография. Ладно, поехали дальше. Вот как в зеркало смотрится мои творения. Так, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот мой любимый стиль Мари Мэка. Вот эти картинки я нарисовала на ткани. Причем ткань была зеленого цвета, какая-то непонятная. Я купила ее на скидке за копейки буквально. Я просто покрасила ее красной краской, самой обычной, которой красят вот стульчики, столики. И сверху нарисовала вот маримековский стайл такой, вот этих вот маков. Я очень их люблю. Потом просто я разрезала и вот из кусочков сделала вот такие вот картины. Я их просто, я не знаю, я этот стиль обожаю. Ну, это диван мной перебитый. Я тоже рассказывала когда-то. Я застилаю все подушками, потому что собака туда прыгает и хочет все время на нем лежать. Она у нас грязная, во дворе гуляет, вся в песке, и поэтому я заслоняю как бы от собаки. Надо чем-то накрыть, конечно, просто. Вообще надо уже постирать этот, потому что она пару раз там уже повалялась. Ладно, и так далее. Вот это из парчи тоже я оклеила парчой и вот камешками выложила. Ну, это я 100 раз показывала. Когда-то я рисовала, сейчас я бросила все это дурное дело. Ладно, пошли дальше. Так вот, я хочу вот эти маримековские красные. Вот красный мак, я хочу их перенести. Не перенести, я вырежу, у меня есть вот эта красная
клейкая. Наверное, не знаю, не хватит ли ее, либо не хватит ли мне ее. Вот у меня красная, желтая, синяя, зеленая. Надо будет еще заказать. Я просто вырежу и приклею такие же. Приклею маки такие большими кусками. Не целиком маки, а кусками как бы. И посмотрю, что у меня получится. Вот это мне придется ободрать, потому что тут тоже будет маримека. Вот это мне придется ободрать, потому что я тут тоже наклею свою маримека, свои маки. И это я все тоже обдеру, ободру. Обдеру, ободру. И здесь у меня тоже будут эти маки. Поэтому муж, если ему сильно не понравится, пусть берет и все это снимает. Потому что я как бы не хочу с ним спорить. Он против моих художеств всегда. Ну и вот уже, что у меня получилось. У меня получилось вот такое вкуснющее. Вкуснющий такой завтрак у меня получился. Помидоры там вообще где-то скрылись. Их не видно. Не надо мне говорить про сковородку. Сковородка самая замечательная. Я никогда не буду. У меня мама любила. Возьмет эти сковородки, начинает начищать. Полдня она очищает. Я не это. Я люблю свою жизнь, я не буду ее тратить на то, чтобы чистить, блестить. Я вообще, честно, ну, сказать, засранка, ну, где-то да, где-то рядышком. Ну, я не чистю, я не такая чистоплюнка. Вот под глазами что-то есть, я уберу. Нет под глазами, я не буду там париться. Как Марина каждый день моет полы, я не знаю. Это надо какую иметь силу воли, начнем с этого. Ну, я не знаю, не для меня, я не из тех. У меня муж моет полы, у меня муж подметает полы. Иногда, правда, я ему в этом помогаю, но крайне редко. Все, наговорила, черт знает что, все. Итак, я когда начну делать кухню, я все покажу, как я буду вырезать, если кому-то интересно. Я думаю, что это интересно. Вот, у меня всегда очень-очень долго зреет. Зреет, пока я наконец-таки созрела, сказала, так, либо сегодня, либо никогда. Но сейчас я съезжу, позанимаюсь в тренажерном зальчике, попью свой кофечек, приду и начну делать. Все, всех люблю, целую. Будьте здоровы, счастливы. И украшайте свой дом, делайте его более ярким. Дом должен быть ярким, дом должен светиться энергетикой положительно. Пока-пока.